проект «Страсть», помнишь? Вир. А, ну да. Что такое? У нас тут небольшой кризис, и нам очень нужна твоя помощь. Стивенсон расклеился. Психологи никак не могут ему помочь. Ты можешь приехать к нам в студию? Просто, ну, поговорить с ним? Извини, не могу. У меня много дел. Вей, не бросай меня. Приезжай. Пожалуйста. Не волнуйся, тебе дополнительно оплатят это время. Могу, конечно. Скоро буду. Он говорит, что приедет. Спасибо, Ви.
Санто-Доминго. Повторяю, совершено преступление в Санто-Доминго. 521 на связи. Извиняюсь, надо было отлить. Уже в пути. Порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию.
Рэйчел тебя ждет, если что! Загляните в свое... Похоже, снимать Вирт с предсмертной агонией не всем кажется хорошей идеей. Это просто горстка недовольных, а брейнданс увидят миллиарды. А что, если начнется скандал? Студия не боится убытков? Шутишь? Они скандалы добиваются. Я бы тоже протестовал, если бы мог. Но никуда не денешься. Семью надо кормить. Такая работа. Что происходит? Джошуа в порядке? Без понятия. Мне как-то похер. Заходи давай. Куда мне идти? Прямо по улице до здания, у которого стоит полицейский. Спасибо. Ха. Я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Все на месте. Уже... Ну ладно, заходи. Не волнуйся, Оля, мы все решим. Обязательно. Начнем вовремя. Я позвонила кому надо. Наконец-то. Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним. Он в примерочной. Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты был со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо. Все будет хорошо. Ты справишься. Ты же долго к этому шел. Осталось только пересилить страх. Да. Я попробую. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Да, конечно. Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Да приедет Царствие Твое. Да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. Да будет яко воля на Твоя. Яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, хлеб дашь, наш нам насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши. И остави нам долги наши. Яко же и мы оставляем яко должником нашим. Яко же и нашим. Мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение. И не введи нас во искушение. Но избави нас, но от, избави лукавого. Нас от лукавого. Аминь. Аминь. Джошуа. Пора. Мое время пришло. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я хочу, чтобы именно ты прибил меня к кресту. Пожалуйста. Хорошо, Джошуа. Конечно. Спасибо. Хорошо. Начинаем. Тебе нужно будет сказать несколько строчек. Заучивать не надо, их покажут на суфлёре. Сам осужден на то же.
Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Отче, Отче, в руки Твои предаю дух мой. Аминь. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Буду ждать звонка. Угу. Удачи.
Thank you.